Как провести время на круизном лайнере «Аида Нова»? Наш день начинался с зарядки и плавания. На корабле созданы все условия для семейного отдыха с детьми. Можно потанцевать, посидеть в казино, пойти в тренажерный зал или сауну. Я с удовольствием тренировалась каждый день на канатно-подвесной дорожке.
путешествуйте, Саида Нова, скучать не придется.